Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и уже полюбившимся вам режим «Красная смерть» Red Death в Sid Meier's Civilization 6. Я решил за все фракции по очереди поиграть, сейчас буду играть за пиратов. Вот у них не очень универсальная способность, все юниты получают на 50% меньше урона от воды и не получают штрафа к перемещению от погрузки и выгрузки с корабля. Ну, такие типа норвежцы в мире Red Death, Красной Смерти. Проблема тут в том, что если карта не особо водная и не особо много рядом со мной воды будет, то получается эта способность и не работает. Поэтому будем надеяться на подходящую карту и воспользуемся. Ага, я сразу нахожусь на каком-то отростке. Ладно, пока так походим. Посмотрим, что тут дальше будет. Ну, объединю, пожалуй, пока этих ребят, хотя тут ничего и вроде и не видно. О, опять обломки какой-то большой машины. Ну, блин, где какие-нибудь руинки? Что за фигня? О, наконец-то. Хоть что-то нашлось. Ну, как-то вот одни руины просто рядом и все. Так, против кого мы тут? Скитальцы. Хорошая штука. Сектанты тоже сильные. Мутанты я не пробовал. Сумасшедшие ученые и выживальщики судного дня. В принципе, все довольно сильные фракции, но после прошлой партии, да, если кто не видел, я уже делал видео за фанатов, скитальцев, сектантов и готов, или антигероев. Вот антигерои очень неплохо выглядят, потому что у них плюс 10 рядом в трех клетках с границами безопасной зоны. Это очень большой бонус, плюс 10 к силе. И в конце игры он решает, как мне кажется. То есть этих антигероев надо убивать, пока они еще маленькие, еще до зоны. Но вот их сейчас тут нету, и я думаю, это хорошая заявка на победу. Так, появились варвары. Как мне в комментариях писали, что типа варваров надо мочить обязательно, чтобы вертолеты там получать. Поэтому пойдем, наверное, действительно к варварам сплаваем. Попробуем этот лагерь забрать. Тем более, что еще только 6 ходов до появления зоны. Потом пока она будет там схлопываться. Потом, может быть, она еще и на нас схлопнется. В общем, варваров надо брать. Тем более, мы тут по воде можем быстро плавать. Малое поражение. Давайте я так вот сплаваю сюда. Тем более мы еще и прокачиваться будем. Тут я дальше пойду. Вдруг еще какие руинки найдутся. Ой, не туда. Фига себе, меня тут чуть варвары не убили. Опа. А тут плывет. Знаете, кто это плыл? Скитальцев. Поселенец и обратно вернулся. А вон еще ученые. Серьезно, ты решил меня пообстреливать? Так, если я его проатакую, я получу уровень, так? Так. Ага, вон руинки. То есть тут у нас и скитальцы, и... Давай вертолет. Ей. Ну. То есть тут где-то скитальцы, тут у нас сумасшедшие ученые.
Я ведь не смогу сбежать, похоже. Но я сейчас вертолетом туда полечу. Так, вертолету дали промоушен. Давайте плюс 5 к атаке пулеметчиков. Хочу этого пулеметчика захватить стопудово уже. Так, это пока покалечится. Мы идем к этим руинкам. Сейчас опять будет плюс 20. То есть, если он хочет меня обстреливать, стоя поселенцем рядом со мной, это, конечно, он... очень опрометчиво, по-моему, делает. Нет, он хочет меня убить, да? Так, мне надо... ух ты! Давайте плюс 10 от дальнобойных. А так как это он... он двумя юнитами, что ли, меня там атаковал, да? Убили меня такие. И он меня вертолетом только что проатаковал. Ничего себе. Я-то думал, там одним юнитом стоит. Блин, мы тут опыт получили. Ну это фигня полная, по-моему. Ну и как видите, с водой-то не так уж и много всего. Блин. Еще и зона на них сошлась. Так, ну тут надо валить. Ой. Ой-ой-ой, как-то я... хреновые ситуации. Блин, мне так хочется как-то этих сумасшедших ученых все-таки зажопить. Несмотря ни на что. Блин, неудачно как-то. Опять же получилось. Там еще и мой поселенец под ударом. А нахера он сюда идет, если безопасная зона в другом месте? Ага, не мне. Не мне, отлично. Просто здорово. Вообще, по идее, я здесь могу высадиться на воду, и я быстрее пройду. Почему меня атакуют? Я вообще не понимаю. И сейчас вертолетом добьет. Блин, ну я не понимаю. Вот он какими-то там неизвестными юнитами, незаметными... это подстава. Ален, это кто? Ты этот сумасшедший ученый. Спрашивает, типа, сколько раз он должен еще преподать этот урок? Ох уж эти пафосные школьники в играх. О. Так, тут уже красная зона сходится. Я какую-то фигню делаю, честно говоря. Ну, с этим синим мне реально непонятно, кем он там меня убивает. Он не мог... одним юнитом мне вот так убить все. Да. Вертолет-то ладно, еще вертолет прилетел. Но откуда у него там какие-то стрельбища? Не понимаю.
Так, значит, тут у нас мутанты. Ну, я думаю, что мутанты просто пошли к этой зоне сейчас. А, и здесь где-то скитальцы. Ну и проблема, что я далеко от воды. Тут мало воды вообще у меня. Ну, даже если мы попадем в красную зону, это не страшно, потому что она не очень большой урон сейчас будет наносить. А вот дальше... То есть 7 ходов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 4 хода, наверное, она будет по 2 клетки добавляться, а потом по 1 клетке. Ну, как-то вот так. 2 1 клетку будет добавляться. 7 ходов еще до схлопывания зоны, но я в плохой ситуации нахожусь. Если бы у меня хотя бы вода была. Ну, то есть, вот я не хочу вот по этой воде плыть, потому что здесь находятся и сумасшедшие ученые эти. Или они сумасшедшие? Да. И скитальцы. Где-то тут. То есть я просто по воде к кому-то приплываю. Здесь мутанты. Я сейчас пытаюсь сюда вот вверх пройти. Я не думаю, что... Хотя сумасшедший ученый тоже. Ну, сумасшедший ученый, скорее всего, будет... Зимбабвиец с нами играет. Опять опыт. Да нахера мне ваш опыт? 2 раза в руинках опыт нашелся. Ну и 2 юнита я потерял с этими сумасшедшими учеными. Непонятно как. Вообще не понимаю. Ну, будем пытаться теперь сейфово отыгрывать, что сделать. Прыгнем на воду, вот здесь как раз можно будет быстрее подвинуться. И вот, вот куда-то сюда, в этот угол пойдем. Потому что сумасшедший ученый, скорее всего, будет двигаться вот как-то сюда, вот так, да? То есть, как тут не хочется с ним пересекаться. Возможно, он там со скитальцем воюет. Тут зомби у нас явно здесь. Зомби с этой стороны. То есть мы уже троих видели, и мы четвертый. Не знаем, где только сектанты и... Выживальщики судного дня. Сектанты очень хороши в том плане, что они заранее видят территорию вперед. Нет, да ладно. Как ты тут оказался? Черт. Вот это уже не очень хорошо. Он и скитальца он там не видит, ничего не делает, а меня он как-то тут вот, блин, патрулирует. Ну. Куда ты дальше пойдешь? Ага. Отходит все-таки. Он как-то от зоны играет, вы обратите внимание. Так, давайте я возьму... Игнорирует штраф перемещения. Давайте возьму так. О, может мне их объединить? Да блин, что это за... Вот эти глюки, когда остается поселенец, это просто трындец. Так, он меня тут атаковать не может, потому что речка. Я постою, полечусь. Но то, что он вот сюда пошел почему-то, а не вот сюда, меня удивляет, честно говоря. Ну и тут явно все собрано уже. Он типа так играет от зоны, потому что он может лечиться быстрее. Видимо, все юниты лечатся в 2 раза быстрее. Ну, предположим. Короче, пойду-ка я к воде сюда тогда вниз и поплыву от этого сумасшедшего ученого. Он реально какой-то сумасшедший, блин.
Стоим, полечимся. О! Одного уже... Нет, не сектанта. Выживальщика убили, ничего себе. Это было быстро. Не, хотя нет, 20-й ход это не быстро. Нормально. Ух ты, а чё так далеко? Ну тут я точно поплыву. Блин. Тут скиталец, главное, еще где-то есть. Но я буду... Ну... Блин, проблем с юнитами у меня. Хорошо, водичка не сильно лупит. Ну, вроде никого не видно. Может, дальше так проплывем, поглубже в зону. Ну, припасы, как всегда, не мне прилетели. Тут мутант их все может собрать. Да, надо как-то... Надо как-то поглубже в зону забраться и там уже играть, исходя из территории. Два, три, четыре, пять. Ну, шесть клеток по воде это намного быстрее, чем я так двигаюсь по суше, поэтому вообще в этом плане, конечно, пираты хороши. То есть по воде вы просто двигаетесь быстрее за любую фракцию, но за другие фракции я бы получал 8 урона, будучи в воде. А за пирата всего лишь 4. Поэтому я могу дольше. Я сейчас попытаюсь поглубже в безопасную зону внедриться куда-нибудь сюда хотя бы. Мне надо всех этих ребят объехать. Проблема в том, что скитальцы быстрые по земле бегают. Вот в чем беда. Так, что-то тут... Суши не особо видно. Ну, вообще уже можно искать. Да ё-моё! Да что не за низука такая? Видите, тут скиталец уже тусит. Блин, ну... Я не знаю, что делать. Тут явно все зачищено уже. То есть тут где-то сумасшедший ученый, тут скиталец. А с этой стороны еще где-то и зомби прется. Ну что, может тогда сзади сидеть просто? Хай они друг друга мочат. А мы просто, глядя на зону, как-то двигаться будем. Ну, ситуация хреновая, конечно, в этой партии. Да, я, наверное, вернусь. Тут вот высажусь и... Надо постоять, полечиться просто сколько-то ходов. А что это не сектанты хотя бы, которые там на три клетки меня видят и могут добить? Я сейчас буду просто стоять несколько ходов, лечиться. Зона схлопнется, фиг с ней. Стоим, лечимся. Так, а на что мне тут... Боевому еще против юнитов ближнего боя. С другой стороны, сколько бы я тут ни стоял позади, я не смогу победить с двумя юнитами всего. Видели там у скитальца, например, вообще уже армия из пехотинцев. Даже не корпус, а армия. Ну, на что мне надеяться? Тут явно вот пропылесошена вот эта территория, уже вся пропылесошена. Все собрано. О, вертолет сюда пролетел, видели, да? Блин, я не знаю, что делать. Ну, похоже, сейчас надо дальше плыть. Куда-то, может, какой-то островок найдется. Вообще, было интересно посмотреть, как зона схлопнется. А я тут все вот своим вертолетом пропылесосил, всю зону. Еще подарочки какие-нибудь бы мне хотя бы прилетали. Где-нибудь рядом были. Нет, они где-то... Ну, кстати, вот тут кто-то сейчас собрал. Тут тоже было, был груз с припасами вот тут. Его больше нету.
Вопрос, будет ли он сейчас меня атаковать своим вертолетом. Я бы типа тут стоял, просто стою, никого не трогаю. Лечусь. Следующим ходом зона соберется, я бы опять куда-нибудь поплыл. Дальше. Ну должны же тут какие-то места быть не исследованные никем. И что там? Я... Этим я сюда иду в надежде, что может быть... О, он обратно по этим вертолетам полетел. Странно, что он меня не видел. Или видел, может, сейчас под какими-то юнитами. Сюда иду в надежде, что какие-то припасы упадут. Опа, сектанта убили. Я отключал запись, переход ход. Так, уже сектанты убили. Это немножко попроще. Ну, вот я думаю, что сектанты убили эти мутанты. У нас получается, что где-то тут мутанты. Где-то тут у нас скитальцы. И тут ученые. Ну, пока зомби в самом лучшем. Ага. Ну, блин. Ничего хорошего для меня. Ух ты. Ух ты. Короче, я поплыл отсюда. Смотри, здесь вдруг какая-то территория тут есть, где можно что-то найти вкусное. Ученый здесь, скиталец здесь. И мутант, наверное, где-то тут. Так, я, пожалуй, уйду отсюда, если вы не против. Нет, нет. Мне кажется, тут ничего не будет. Никакой земли, ничего. Сумасшедший ученый подошел уже юнитами, но... У меня тут не особо много. Я сейчас попытаюсь сюда вниз идти. Сюда, а потом вот так вот вниз к морю. Но... Мне он, кажется, вполне может убить. Потому что ничего, да, никакой земли. Очень-очень жаль. Если у меня вообще один юнит останется. Так, он просто за мной идет, пока. Ну, в хорошей позиции, в безопасной зоне. Почему я тут вот постоянно между всеми попадаюсь, получается? Надо уже вверх плыть. Все равно никакой земли. Ну, хотя бы сейчас так вот оплыву, может, тут как-то высажусь. Я не знаю, что мне делать. Просто очень большая печаль. А не ситуация. И у меня главное не получается... Еще и стравить моих соперников. Нафига вот тут варвары появляются? Опа. А вот и зомби плавает. Но этот, кстати, умрет у него. Сколько у него тут хитпоинтов осталось? По 8 урона ему надо уже скорее высаживаться. Этот юнит вполне может умереть. Так. От этого уехали. Парни. Блин, вертолеты мутантские. Ну, ну трындец просто. Просто вот я куда ни сунусь, везде кто-то есть. Тут сумасшедший ученый, тут скиталец, тут мутант. Вот эта территория полностью свободна ото всех. Гуляй, не хочу. Но там никто не гуляет, все просто ждут на берегу пиратов. Было бы так, что у пиратов вообще не убираются хитпоинты в воде. Вот это было бы понятно. Тут тише не пират. Он тут мутант эвакуируется усиленно с зараженной территории. Помните, мы его встретили здесь,
Только я пошел не здесь даже, а вот где мы тут его встретили. Вот тут мы его встретили. Только я отсюда прошел в эту сторону, а он в эту сторону. Мы уже всю карту практически с ним рассмотрели. Так, сейчас, по идее, схлопывание зоны должно быть, да. Ну, пока мне непонятно, что делать. Я тут все надеюсь на какую-то землю. У меня только одна надежда, что они друг друга ядерками перекидаются каким-то образом. Я, может быть... О! Мутант все-таки умер. Я думаю, что я его тут поймал... поймал этот скиталец. То есть он плыл, и тут его скиталец поймал. Теперь надо мне на скитальца не нарваться. Очень хотелось бы, чтобы сумасшедший ученый со скитальцем встретился, и они руку перемочили, пока я там где-то отсиживаюсь. Хотя, может, его и не скитальц поймал, может, он в море утонул, не смог высадиться, тоже вариант. О, статуя свободы. Ой. Пожалуй, пока не пойдем сюда. Хочу максимально оплыть. Так, пожалуй, высажу. Да ё-моё! Это я неудачно высадился. Так, тут вон суша будет. Но это я буду максимально далеко от всех на самом деле. Но я смотрю, он тоже тут как бы походил. Блин, ну сумасшедшие ученые тут. Я не знаю, как мне их столкнуть. И самому не попасться. Никому на зуб. Нет! Не успел. Отойти. Так, ну надо высаживаться. Все равно. Давайте вот так. За горами, за лесами. О! Блин, это тоже с вертолетом этот полетит. Эй, здесь... Почему-то сумасшедшему ученому вот это все приехало? Спрашивается. Я, наверное, отсоединю посела и побегу сейчас чисто... корпусом пулеметной роты. Но тут сумасшедший ученый то и то может взять. Ага, все, сумасшедший ученый тут забрал, можно даже не ехать. Так, мы стоим, просто лечимся. Знаете, какой я еще подумал, какой вариант может дать мне победить, если зона внезапно сойдется на воде? Такое вообще бывает? Мне кажется, нет. Ну тут выглядит, что сумасшедший ученый очень неплохо развился. +20 хитпоинтов плюс. Ну, не двигаемся. Стоим, лечимся. Так, я полностью вылечился. Зона схлопнулась, поплыли отсюда. Тут писал скиталец, типа, где все? Приходите в центр. Ну вот, ученого как раз выдавливает на скитальца постепенно. Нам главное, как бы, не попасться к ним на глаза, как мне кажется. А потом, может быть, добить победителя. Блин, сумасшедший ученый еще и весь таймер держит. Ага. У нас коричневый где? Ладно. Говорит, идите в центр, а сам вот тут вот.
ходит, а? Хитрюга. Так, ну я его плыву, наверное, в другую сторону. Мне здоровье... Если у меня каждый ход убирается 4 здоровья, то считайте, что мне это на 25 ходов. Я могу в море плавать сколько хочу. А они пускай тут месяца с друг с дружкой. 25 ходов. Игра не будет длиться 25 ходов. Явно вот коричневый где-то вот тут стоит сам. Вот, вот на этом аппендиксе. При этом, ну, во-первых, вот тут мы сейчас видели, да? Автоматчика с поселенцем. Но еще раз повторю. У меня сейчас 92 здоровья. Минус 4 каждый ход. Это значит на 23 хода. Я могу 23 хода просто сейчас в море сидеть. Да, вот он. Да, вот он тут тусит. Ну, я понял. Он, короче, будет тут сидеть, ждать, пока на него кого-нибудь выдавит. Я надеюсь, что его выдавит, как тюбик из пасты. Вообще, у них у каждого, пожалуй, по 3 поселенца. Вот тут еще какой-нибудь островок был один. Вообще было бы зэба. Ну, похоже, его нету. Сейчас посмотрим тут. Но выглядит так, что я бы на нем высадился и спокойно сидел. Нет. Нету островка. Вообще, пока выглядит центр где-то вот тут. Но если внезапно сместиться в эту сторону и на море, то будет... Но мне, тем не менее, все равно надо полечиться. Мне с полным здоровьем надо опускаться на воду, если сойдется... Но у меня единственный сейчас шанс победить, единственный, это просто если зона сойдется на море где-то, и все. То есть мне сидеть на море до последнего. А потому что на море, кстати, юниты не атакуются. То есть, когда ты на море и какой-то юнит на море... Ага... Так, ну я вот тут высажусь. Теперь они, по идее, тут уже должны меситься друг с дружкой. Не знаю. Я надеюсь, коричневому не до меня. То есть, по идее, он тоже меня видит. Но он-то видит только мой один. Он не знает, что это просто только один юнит вообще. Это никак не понять. А мне надо несколько ходов постоять, полечиться. И тогда можно уже со спокойной совестью на воду спускаться и плыть в далекие края. А тут, конечно, я не знаю, правда, сколько юнитов у каждого из них, но шансы на победу выглядят предпочтительнее у скитальцев, потому что у них как раз их способность сейчас работает, они тут бегают по территории, а у ученых, ну, им для лечения надо просто, чтобы юнит один раз не двигался один ход. То есть что, им не атаковать никого, что ли? Я сейчас буду стоять, просто лечиться. По-моему, все сейчас стоят. Знаете, похоже, все стоят просто на месте. Никто не двигается просто, и все. Забавно. Ну, коричневый, похоже, тут стоит, вот тут и вот тут. А где же тогда этот ученый? Здесь вот с краю... Но зона соберется, я просто на воду уйду. Они не хотят... Я понимаю, что они не будут воевать, пока их не столкнет лбами вообще. Так, я максимально вылечился. Смог найти местечко, где высадиться все-таки. О, ну блин, ну... Ученый же соберет, сволочь. Нет. Все. Это проигрыш, видимо. Но мне нужна эта штука.
Или, блин. Ну блин, ну вот хера ты тут тусишь, я не пойму. Вот этот как. Ну убьет же он меня туда. Он, конечно, на холме вот эта фигня находится. Нет, просто лес. Термоядерное устройство. Нет! Дайте ядерку бросить, сволочи. Ну блин, вот почему он с коричневым не воюет? Я не понимаю, почему он на моего поселенца нападает? И термоядерку не могу бросить, да? Или просто мирный житель походил, считается. Сейчас будет минус 35. Коричневый отходит. О, ядерка полетела. О. Блин. Ну все, я тут точно слил. Нафига я высаживал? Ну, не, чем высаживался я правильно, надо было полечиться, но вот нафига я сюда перся? Главное, мирный житель ядерку почему-то запустить не может. Ну, пустошь. Блин, я не успею. У меня сейчас будет минус 35 вход заражения. Я просто не успеваю до любой зоны. Он уничтожил. Блин, ну ученый, ну как же так? Ну. То есть ученый зачем-то контрил постоянно меня. Вот тут вот сидел, вот это вот смотрел. Ну, я проиграл здесь. Скиталец, молодец, вот отсиделся вот здесь. Офигительно, и все. А у меня. Я не знаю, как я тут мог лучше сыграть. Ну, тут потеряв два юнита, конечно, с ученым вообще не пойми как. Ну, это. Какая-то подстава немного. Знаете, чем мне не нравятся пираты? Они на воду нацелены, но на воде нету ничего хорошего. То есть ты там не можешь найти никаких руин. В этом плане скитальцы лучше. Они быстро передвигаются по суше, поэтому видят руины, например. Ну вот такая партия за пиратов. За пиратов мне не так понравилось играть, как за прошлые фракции, прямо скажу. Что у нас еще осталось? По-моему, сумасшедшие ученые и мутанты. Если меня не изменяет. А, и выживальщики. Сумасшедшие ученые, выживальщики и мутанты. Будем пробовать за них. Давайте глянем количество сражений. Тут, кстати, скитальцы больше всех навоевали, но их потом убили. А, все да, скитальцы. Я с сектантами перепутал, да. Мутанты. Видите, как много воевали, но проиграли скитальцам. Ну, в общем, скиталец. Вот, слушайте, он, похоже, все-таки умер от заражения в воде. Потому что так много потерять юнитов сразу, это. Все-таки, скорее всего, мутант в воде умер. Ну, скиталец заслуженно победил, видите, юнитов больше всех убил. Сражался больше всех. Но тут он все-таки с сумасшедшим ученым, видимо, воевал. Вот эти все битвы у них между собой были. А у меня. Где тут я? Вот, у меня так вот ровненько все шло. Тут я попроигрывал сумасшедшим ученым. Ладно, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране.
Играйте в умные игры и всем пока.